К другим темам. Правительство России внесло изменения в некоторые акты по вопросам предоставления отдельных государственных услуг в сфере социальной защиты населения, сообщает сегодня «Российская газета». Упрощены правила проведения ремонта жилых домов, принадлежащих семьям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, потерявших кормильца. А инвалиду будет легче обзавестись собакой-поводырем. Меньше проблем станет и при оформлении инвалидности, в том числе впоследствии несчастных случаев на производстве. Теперь для того, чтобы получить все эти социальные услуги, людям не придется предоставлять множество справок. Ведомства сами будут их запрашивать друг у друга в рамках межведомственного взаимодействия. Изменениями предусматривается информационный обмен между Рострудом, Росздравнадзором, Ростехнадзором и территориальными органами Фонда социального страхования в части получения актов о несчастном случае на производстве или о профессиональном заболевании. Одновременно постановление расширяет перечень документов, на основании которых услуга по проведению медико-социальной экспертизы может быть оказана. Есть в постановлении поправки, касающиеся и других категорий.